О жизни Кристоффела Ванденберге известно немного. Его фотографии обычно имеют монограмму CVB, и его личность была неизвестна до 1950-х годов. Похоже, что он вел довольно изолированное существование в Мидельбурге, и только 4 из его цветочных картин были идентифицированы. Ванденберге, возможно, был учеником художника-флориста Амбросиуса Босхарта-старшего. Помимо цветочных произведений, он писал пейзажи, напоминающие пейзажи Яна Брейгеля-старшего. В записях также говорится, что он нарисовал сцену на кухне в 1642 году и нарисовал интерьер церкви в Мидельбурге после того, как она пострадала от пожара. Родился Кристоффел Ванденберге около 1590 года. В 1619 году он стал членом правления гильдии Святого Луки в Мидельбурге, а в 1621 году был избран ее деканом. Умер мастер после 1642 года. Натюрморты Кристоффела Ванденберга современники оценивали столь же высоко, как и картины Амбросиуса Босхарта-старшего. Так, например, в посмертном инвентаре ювелира Арта Конинка, отца пейзажиста Филиппса Конинка, составленном 13-17 апреля 1639 года, наряду с цветочным натюрмортом Амбросиуса Босхарта-старшего упоминается и подписанная монограммой CVB ваза с цветами Корнелиса Ванденберга. В художественном наследии живописца сохранилось всего 2 полностью подписанных натюрморта. Букет в стенной нише 1617-го Филадельфия музей искусств и натюрморт с бетельгейзе и фруктами 1624-го Лос-Анджелес музей Пола Гетти, которые являются отправной точкой для атрибуции 2 других натюрмортов его кисти. Букет цветов Амстердам антиквариат Ван Димена, раннее собрание Гильберта Кана, и ваза с цветами Берлин, аукцион Хильдебранта 1912 года. При всем внешнем сходстве этих 2 картин как с подписными, так и с приписываемыми Амбросиусу Босхарту старшими работами, обе они ясно показывают, как трансформируют Берге живописные приемы Босхарта, особенно проработки деталей. Цветочные стебли в этих произведениях своей прямизной напоминают прутья и не похожи на искривленные стебли букетов Босхарта. К тому же они очень четко просвечивают сквозь воду и стекло вазы. Лепестки тюльпанов на картинах Берге заметно длиннее, венчики роз менее раскрыты, а главное, в букете присутствует изображение настурции. Последнюю стали разводить в Мидельбурге уже после отъезда Амбросиуса Босхарта-старшего в Утрехт. Это был очень характерный, нигде не встречающийся сорт – малая настурция. Хотя он известен также как художник-пейзажист, именно его несколько натюрмортов отличают Ванденберге от других художников его поколения. Настоящее цветочное произведение представляет собой тюльпаны, розы, нарциссы, крокусы, ирис, мак и другие цветы в позолоченной фарфоровой вазе, на выступе с рябчиком королевы Испании, белым горностаем и бабочкой-сорокой. Сходство по палитре и исполнению настоящего натюрморта с натюрмортами раннего мидельбургского периода работы Амбросиуса Босхарта-старшего неоспоримо. Важность Ванденберге в сфере голландской живописи натюрмортов была давно признана, но, возможно, из-за нехватки его натюрмортов, известно менее 10, он остается фигурой, которую часто недооценивают в период зарождения и подъема популярности жанра в начале 17 века. Судя по всему, это самая ранняя работа Ванденберге, даже более ранняя, чем
датированная 1618 годом медь из коллекции Джона Джонсона, которая является одновременно его самой известной и самой босхартовской. Болл предположил, что Ван ден Берге наверняка видел более ранние работы Амбросиуса Босхарта-старшего в своем родном городе Мидлбург. Предположение, которое кажется почти достоверным и предполагает, что он мог быть учеником Босхарта. Босхарт покинул Мидлбург в 1614 году, и сходство по палитре и исполнению так и настоящего натюрморта с Босхартом раннего периода Мидлбурга неоспоримо. На этой картине художник фактически позаимствовал желто-красный тюльпан вверху справа у Босхарта, датированного 1608 годом. Шаровидная фарфоровая ваза напоминает самый ранний датированный букет Босхарта 1605 года, в то время как дерзкие удлиненные тюльпаны здесь демонстрируют заметное сходство с тюльпанами на картине Джонсона, и их исполнение в этой последней несколько более плавное. И это, как указал Фрейд Мейер, свидетельствует в пользу более ранней датировки настоящей работы. Вероятно, всего год или два, примерно до 1616-17 годов. Обе работы расположены на темном фоне, освещенном ровным ярким светом, и имеют одинаковую плотность. Окраска тоже очень похожа с белыми яркими желтыми акцентами, разделенными красными, и оба имеют общий темно-синий цветок, довольно заметно встроенный в нижнюю половину каждой аранжировки. Само по себе исключительное состояние этой картины позволяет внимательно изучить раннюю технику Ван ден Берге. В подписанных монограммой CV натюрмортов Христофела Ван ден Берге в настоящее время известен букет из роз, тюльпанов и левкоев на каменной плите. Париж, галерея Легенхёка. И суета-сует, Гаага, антиквариат Нейстада. В последней картине изображение вазы с букетом из роз и левкоев на каменной плите можно легко идентифицировать как символ бренности и кроткости человеческой жизни. Правомерность подобной интерпретации сюжета картины подтверждают сопутствующие букету вещи, находящиеся на расположенной рядом с первой плитой еще одной каменной плите. Ремер, бутыль с вином, табакерка, огниво, курительная трубка, карты и возглавляющий эту пирамиду череп. Все они являются здесь иллюзиями на те увлечения, какие толкают человека в объятия смерти. Художник писал эту картину, явно желая запечатлеть увиденное во всей полноте, динамики и жизненной трепетности. Вспыхивающие белые отблески света на вазе, рубиновый жар лепестков роз и рефлексы на бутыли с вином сообщают натюрморту легкий ритм движения. Какая-то светозарная лучистость пронизывает его, чувствуется воздух мягкой волной, вливающейся вместе со светом сквозь комнатное окно, присутствие которого зритель ощущает лишь по световым бликам на вазе и бутыли.